А в Ковдоре специалисты МЧС проверили готовность органов местного самоуправления к действиям по гражданской обороне. В течение трех дней представители главного управления проверяли работу группы контроля и единой диспетчерской службы. Во второй день состоялось практическое занятие. В завершении сотрудники МЧС оценивали правильность решения главы округа по отработке действий на объектах. Были подведены итоги, даны рекомендации. В экстренном ведомстве напоминают гражданскому населению, что при получении сигнала «Внимание всем» нужно немедленно включить радио, телевизор и прослушать сообщение о порядке действий. Полученную информацию по возможности передать соседям, соблюдать спокойствие и порядок и действовать согласно полученной информации.